Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Что, друзья, подготовил я машину к покраске, как говорил в предыдущей части. Сейчас поснимал с нее все, что снималось, чтобы не мешало красить. Высверлил стволы пулеметов. Все подготовил, и теперь начинаем красить. Красить, как и говорил ранее, буду сначала в Black NATO, так как буду красить камуфляж от темного к светлому. Сначала черный, потом коричневый, потом зеленый. Ну, все будем смотреть по отдельности. Все, начинаем красить. Комрады, задул в черный цвет, черный НАТО, вот, получился такой вот бронеавтомобильчик. Теперь дадим краске подсохнуть и будем делать маски. Маски буду делать, наверное, потафиксом. Как буду делать, смотрите далее. Вот, комрады, начал делать потихоньку камуфляж, начал накладывать патификс. Сделаю патификсом маски, потом задую коричневым цветом, опять сделаю маски патификсом и задую в зеленый НАТО. Вот как сейчас получается. Продолжаю делать дальше. Закончил с масками. Вот так вот получается.
получается. Теперь продолжаем красить. Красить продолжаем. XF68 NATO Brown. Задул коричневым, полностью весь не задувал, а задувал только места, где у меня будут маски на камуфляж. Вот. Не сильно тратить краску, в принципе, и не надо. Тут пятна будут небольшого размера, поэтому я решил только точечно задуть. Получилось неплохо. Пусть краска просохнет. Сделаю маски на коричневый камуфляж. И будем красить дальше зеленым цветом. Смотрите дальше. Вот сделал, друзья, маски на коричневый цвет. Вот такие получились пятнышки. Закончил делать камуфляж. Вот такой сейчас получается красивенький цвет, красивый броневик. Конечно, при освещении лампы не очень хорошо видно, как при дневном свете, но все же что-то можно увидеть. Вот. Комрады, сделал камуфляж. Маски буду теперь снимать, когда краска хорошо просохнет, чтобы, не дай бог, ее не поцарапать и пальцем не зацепить. Я думаю, снятие камуфляжа мы сделаем интригой и покажем в следующей части. Так что смотрите следующую часть, кому интересно, какой получился броневик. Также хочу сказать спасибо
Спасибо вам за то, что смотрите, спасибо за то, что комментируете, спасибо подписчикам, кто подписывается на мой канал, спасибо огромное тем, кто ставит лайки. Всех благ, друзья, вам. Всех благ вам и вашим близким.